Продолжаем. Эстония – это аист. Вот он парит сейчас. Один, второй, аист, аист. Дай нам счастье. Куда столько? Куда столько, да? Ну, чуть-чуть, немножко. Много не надо. Так, и Эстония – это справа и слева за деревьями поля. Поля с какими-то культурами. Вот опять 70, значит, будет или перекресток, или будет населенный пункт. Но я хочу продолжить, что такое Эстония. Эти вот небольшие, ну не небольшие, а прямо хозяйства, так скажем, хозяйства. И вот так как люди живут индивидуально, то это здорово, я считаю. Я считаю здорово. И я предполагаю, что вот к концу вот этого 21 века все те, кто сохранит вот такую собственность на землю, на ну, дом, понятно, что стоит, это прочный, хороший фундамент достойной жизни и семьи. То есть надо вообще вот это все сохранять. Населенный пункт, что мы проезжаем. Ну, как я могу правильно произнести? Скорость была тут. Я не обойти 57. А потом 48 с 9 до 20 работает магазин. В этом населенном пункте. Ах, какая красота! Мои любимые стога. Сбросали по полю. А вот продается справа. Мельница. Конечно. Но как же Эстония, это обязательно мельница. Потому что все, что вот это собиралось и собирается, должно быть мельницей. Эстония – это, конечно, город Таллин, столица Эстонии. Что?
километра в час. Это Таллинское шоссе. Вот мы сейчас проедем 56 километров. Так, шоссе проходит через, ну, как бы справа и слева дома. И вот здесь загородили забор, от шума защищает забор. А вот ранее я увидела холмик насыпанный. Вот как-то так. Эстония – это дорожная работа. Получились ее. Это дорожная работа. Вот здесь мы все видели, что протяженность 3,5 километра. Тупика в конце нет. И вот. Хватало Таллина. Какая здесь скорость? Не знаю. Обязательно. 70, там что? Я не помню. А, да, по-моему, 70. Едем как-то здесь. Едем как-то. 70. Не можем. Вот она, Эстония. Вот здесь вот это мы проезжали. Эстония – это, конечно, лес. И вот когда мы... Едем и наблюдали, как лес убирают, чистят и заботятся, и собирают, и перерабатывают. Через 350 метров поверните направо.